Две минуты до запуска. Внимание, все по местам. Генерал! Генерал, похоже, на борту шпион. Прикажете отложить запуск ракеты? Что? Шпион! Шпион на борту! Просто тебе не уйти. Что у тебя в кармане? Достать! У него бомба! Усо, это агент Би-Джей Блажкович. Разбудите директора. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно скорее. Лондон. Английское подразделение управления секретных операций. Кабинет директора. Агент Блажкович, входите. Вы успешно справились с заданием на Тирпице. Пустили его ко дну. Спасибо. Меня больше волнует найденный медальон. Нас тоже. С ним работают лучшие наши специалисты. Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться. Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Они погибли в результате катаклизма и за столетия о них успели забыть. Несколько десятков лет назад тулийское общество возродило этот символ. В число этих оккультистов входят высокопоставленные нацисты. Из подразделения паранормальных исследований СС. Разумеется, но еще интереснее кристаллы, сокрытые в медальоне. Их можно найти только в одной точке планеты. Немецком городе Айзенштадте. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают интересными данными. Генерал Виктор Цетта, восходящая звезда тайного подразделения Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию в Айзенштадте. Но какую именно, мне неизвестно. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Это вам и предстоит узнать, агент Блажкович. Приказ таков – встретиться с бойцами сопротивления в Айзенштадте и прояснить ситуацию. Простите, что передохнуть вам не дали, Би-Джей, но вы с таким уже сталкивались. Больше посылать некого. Без проблем. Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи, агент Блажкович. Спасибо, сэр.